14 сентября 2021 года. Детский парк Лукоморье. Ну что мы наблюдаем сегодня? Первый день выборов. Выборы уже идут. А здесь, видите, красавцы висят все. Никто не собирается, нарушения. И вообще, я должен сказать, что выборы, в общем-то, никакущие. Обман. Продолжается агитация, которая запрещена. Вчера был день тишины, сегодня день выборов. А все висит, и всем все равно. Вот так вот политическая партия «Единая Россия» с пренебрежением относится к другим партиям. Вот. Ну и не только к партиям, но и ко всем севастопольцам. Это издевательство. Люди, не голосуйте за этих людей. Видите, что такое нарушение идет. А всем плевать. Все продолжается. Ну, вызову сейчас полицию. Вот, будем требовать снятия этого бигборда. Вот. Ну это жесть, просто жесть. А если еще сейчас зайти с той стороны, надо посмотреть, может там и с той стороны еще такая же лажа. Ну нет, здесь реклама другая. Так что делайте выводы. Нарушители закона, им все равно, им все можно. Что хотят, то и делают. Сегодня они нарушают закон 67-й, а завтра будут нарушать дальше. Что захотят, то и будут нарушать. Плевать они хотели на все это. Так что, севастопольцы, делайте вывод. И Единая Россия, и Размножаев не должны занимать какие-то посты вроде вообще. Чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.